Привет, команда, привет, зрители, с вами я, Пират. Мы продолжаем играть в Starbound. В прошлой серии мы добыли себе манипулятор-модуль, чтобы улучшить нашу кирку. И сейчас я хочу еще выполнить задание. Мы скрафтили джакет, который мы должны отдать там какому-то чувачку, который нам даст еще один манипулятор-модуль, и нам надо еще одну часть манипулятора, и мы сможем еще один раз улучшить его. Возможно, я попытаюсь выбить ее с монстра на планете какой-то, или поищем где-то, в общем. Но для начала пойдем и выполним задание про вот этот джакет. Так, looking cool. Вот этот, cool jacket. Мы можем его выполнить. Так, блин, какие же лаги в этом помещении-то. Давайте пройдемся по низу. Так, тут у нас ничего нету, да? Никто ничего нам не хочет сказать. Окей. Значит, где-то тут должен быть этот человек. А, вот он. Внизу есть. Давайте спрыгнем вниз. Пингвинушка, что ты нам? Титаниум мармор, говорит, скрафти себе. А то ты как нуб ходишь. Вот. Отлично. А что ты не наденешь на себя этот кул джакет, а? Окей, манипулятор модуль еще один мы получили. Надо выполнить еще какое-то задание, чтобы получить. Так, лягушка, у тебя всякая фигня. Хотя для обустройства дома у нее классные вещи. Так, у этих пиратов ничего нету. Ну ладно. Значит так, что у нас тут? Титаниум армор. Надо только разобраться, где ее добыть. И про этот скрипт что-то я ничего не понимаю, что нам сделать надо. Так, много всяких NPC. А мне нужно найти вот еще вот одну такую Matter Module Component. Чтоб еще один манипулятор модуль скрафтить. А где его найти, я не имею никакого представления. Мне один раз выпало с этого, с монстра. Может, там где-то. Так, ну что ж, полетим. Полетим мы пока. О, мы можем, кстати, заправить наш корабль топливом, которое мы купили, а не добыли. Я не знаю, можем ли мы добывать топливо сейчас. Вот так. Так. Вот так, да? Все, мы заправили немножко наш корабль. И даже можем куда-то улететь. Но давайте не сейчас. Сейчас мы пойдем попробуем добыть топливо. Вот здесь. Я помню, я был на какой-то планетке, где у нас топливо было на Земле. На какой-то с этих вот. Вот. На этой, возможно. Это большая, тут лес у нас. Возможно, даже здесь. Ну ладно, полетим сюда, попробуем. Давайте я попробую добыть топливо. Хотя бы просто посмотреть, могу ли я вот этой киркой, или надо еще ее один раз улучшить. Так, на И у нас есть покраска. Так, и чё? А, цвета можно менять. Чёрный, белый, красный, синий, зеленый, желтый. По-моему, мне подойдет сюда вот такой вот. Не? Коричневый какой-то. Мне бы надо было. Там. Ну, раз уже вот так покрасили, то нормально. Потом надо тут будет все еще переделать, обустроить. Так, тут красить нельзя, к сожалению. Окей. Ну что ж, спускаемся на эту луну, на которой мы были в прошлой серии, но так у нас ничего не получилось добыть, потому что у нас очень слабая кирка.
И отправляемся. Так, вот тут я был, видите, я тут уже ставил. Воу. Так, где-то тут у нас вот. Вот тут я себе оставил факелы, куда мне надо идти, чтоб добывать топливо. Потом вниз. Отлично. О. Нет, ребят, мы так и не можем добывать. Я не знаю, как добывать топливо, блин. Может, вы мне подскажете в комментариях. Надо еще улучшать, походу, свою вот эту штуковину. Че, давайте пока прокопаем вниз. Возможно, мы тут найдем манипулятор. Ну и будем на это надеяться. О, тут еще есть топливо. Давайте копать вниз. Тут есть шипы повсюду. О, воу. Так. Что-то я сейчас не уверен, что я тут найду что-то, кроме как топлива. Тут вообще пусто. Ничего нету. Какая-то пустая планета. Походу, да, тут мы ничего так и не найдем нормального. Ой, ты чё так прыгаешь-то? Тут как-то надо вот так, что ли? А, давай, прыгай. Вот так. Вот так. Тут и так допрыгнем. Хорошо, надо возвращаться. Как там, куда там? Ага, сюда. На корабль и идти в зеленую обычную планету. И там уже добыть этот один фрагмент манипулятора. И не париться. Или выполнить какое-то задание. Что у нас там? Титаниум мармор. Где я могу добыть титаниум? Это надо на каких-то планетках там особенных. А, что я делаю? Я ж могу телепортироваться, я куда-то прыгаю. Как ты туда прошла? Я не помню, чтоб я тебе там запирал. Так, ну что ж, давайте на самую большую планету. Там шанс больше всего что-то найти, потому что она большая. Да? Так, а где там титаниум? Титаниум, платинум, оре. Excellent source of fuel? То есть у нас есть отличное топливо. Ну хорошо. Да блин, я это не хотел вообще. И, возможно, это можно уже отсюда убрать. Оно нам ни к чему. Потому что это все мы можем тут крафтить, да? Титаниум бар. Блин, а как же он крафтится? Надо где-то добыть этот титаниум или что? Давайте пойдем покопаем. И думаю, сможем добыть его. О, сразу я на этой планете не был. Сразу говорю. Что-то я не помню ее. Тут синие деревья. Такого я еще не видел. О, смотрите, там что-то есть. Сразу пойдем вниз. В принципе, нам и надо идти в пещеры. Так. А, не поместимся. Что это? У нас это у нас сундук, походу. Что такое? Так. Окей. Да, это сундук. Мы что, не до... Ой, тут гравитация. А у меня нету двойного прыжка, постойте. Я же, по-моему, его... Или не на этом персонаже, что ли, изучал?
Блин, как же тут тяжело-то. Вот так. И да... О, мы нашли сразу же то, что нам надо. Это что? Даггеры, которые можно бросать. А чё, классный сундук, слушайте, заберем себе. Так. Нормально, все повзрывали, хорошо. Так, тут у нас коалов довольно-таки много. Хорошо, хорошо, классная планета, слушайте, мне нравится. Тут сразу же столько всего мне надавали. Почему я раньше на нее не пришел? Вообще везение, просто класс. Так, ты кто? В яйце прям? What the fuck? Сундук. О, еще эти штуковины. Возможно, я тут даже титаниум найду. 21 штука. Вау. Но нам нужны алмазы. Давайте спустимся в самый низ этой планеты, к коре, и найдем там хотя бы алмазов немножко. Я думаю, нам повезет. Это что у нас? Окей, мы еще что-то выучили новенькое. Так, планета большая, большая. Окей, лечилку нашли. Так, восьмерочка. Давайте вниз прокопаем. Это что за... Так, постой. Хорошо, мне сказали, что щит не ломается на самом деле. Его нельзя сломать. Это просто... Он потом восстановится по-любому. Это хорошо. А я не знал. Я думал, если я его сломаю, то полностью сломай. Так. Какие-то у нас тут жуки ползают. Блин. Пройти не могу. Банан большой. Так, это не враждебное у нас. Хорошо. Будем знать. Окей. Шипы нашли. Какие-то у нас тут туннели. Сундук. О! Так, вы что делаете? Понятно. Умрите. Зачем вы меня бьете-то? Так, сундук из телепорт коры. Класс. Блин, мне эта планета нравится, она мне столько всего тут дает. Это же круто. Так, только что-то лагает. Вроде как 22 FPS, но даже их не видно тут. Все так глючит. Все так печально. Ой. Немножко не то. А, да, это коалы. Я думал, это что-то получше, но это всего лишь коалы. Вау. Так, это надо убрать, чтобы оно тут не мешало. Так, туда можно свалиться. Неплохо так урона, я думаю, получить. Лучше мы туда падать не будем. Очередную планету мы исследуем. Блин. О! Мы нашли что-то. Что это? Это алмаз? Я надеюсь, это алмаз. Алмаз, ура! То, что я и хотел, в принципе. Один нам достаточно будет. Стоять. Так. Но еще титаниум я бы не отказался найти. Хотя бы... Ты берешься? Да, берется, слушайте. Девяточку, восьмерочка. Вау. Вот это руды. Вот это хорошо. Все, кирку сломали. Так, у нас еще одна должна быть. О, так, спасибо. Вам спасибо, наверное, кто-то сказал.
сказал, но если кто-то не сказал, то все равно спасибо. Так. Блин, тут каменная поверхность, тут тяжело ходить, проходить. Как я вообще выбираться-то отсюда буду? Да как-то выберемся, давайте дальше копать. Хорошо, что кирка есть. Тут без нее тяжело. На этой планетке было бы. О, еще что-то тут у нас внизу там светится. Что это? Всякого камня понаходил, который мне совсем, наверное, не нужен будет. Воу! Ну нормально, да? Так, этого что, соберем? Почему бы и нет? Если оно тут есть, то это хорошо. Что это у нас там, сундук? What the fuck? Что это? Что это такое? Пикачу, это ты? Нет, это не Пикачу, у него три глаза. Нет, это не... Три каких-то... Антенна? Что? Нет, это точно не Пикачу. Смотрите, там какой-то маленький домик. Так, прикопаемся к нему, посмотрим. Вообще жесть, тут подземный мир как будто какой-то у нас. Но титановой руды тут нету. Она, походу, где-то на каких-то особенных планетах. Ой, наверное, он не был враждебный. Я его взял и убил. Это домики какие-то маленькие. Ну ладно. Ой, еще одного. Ну ладно. Бывает. Это поселение маленьких человечков, наверное. А я и пришел и разрушил их. Нормально, да? Может, не стоит мне их трогать? Вау, еще два алмаза. Вот такое я здесь не ожидал увидеть на самом-то деле. Целое поселение маленьких домиков. Вот, снова сломал случайно. Капитан Банан, хватит ломаться. Так, ты опасный? Опасный? Да. Ну ладно. Вместе с ним еще и два домика сломал. Вау, ну у них тут, конечно, круто. Тут слон какой-то у них ходит. Драться хочет, слушай. И руды тут просто офигеть сколько. Вот, посмотрите на количество этой руды, которую я могу тут подобывать. Блин, кирка сломалась. Вау. И долго, точнее, сколько я могу идти тут вниз, вниз, вниз. Так, ну это купер, это точно не титаниум какой-то. Эту руду я... Ой, сразу узнаю. Ну где же? Где же все? Хотя кого я тут хочу увидеть, я не знаю. Одно, что я точно хочу, так это дойти до центра планеты. Так, ты драться хочешь? Даже если не хочешь, все равно придется. Так, это не дерется с нами, да? Ладно, давайте прокопаем еще ниже. Я просто не знаю, как я отсюда выберусь теперь.
Мне придется полчаса потратить на то, чтобы отсюда выбраться. О! Кости. Это что такое? Татар какой-то. Iron ore. Еще. Вау. Мы нашли просто дофигища железа. Хотя что мне с ним делать, я пока не знаю. Ах ты! Так, всех победили. Так, еще железо. То есть тут можно за рудой без проблем сюда сходить. Офигенный подземный мир у этой планеты на самом-то деле. Большущий такой. Прям много всего тут. Можно найти интересного. Вот, еще какая-то руда. Что это? Это Купер? Да, это Купер. Ну ладно. Пойдем ниже. А чё это у нас началось такое? Так. Еще Купер. Ты враждебный? Да, враждебный. А это что? Что за красная штуковина? Это, походу, я уже близко к этому, к центру планеты, да? Но руду так никакую и не нашел. Так, отлично. Планетка большая, большая, да. О, тут походу началось то, что и должно. Вот тут уже ядро скоро планеты. И будет лава, да? Ну, прокопайся. Нет, постойте. Мы нашли еще какую-то непонятную листву, которую я не могу прокопать или могу. Могу, могу, но тяжело. Странно, ребят. Подземные джунгли. Вау! Офигеть просто. Не, давайте вниз пошли. Посмотрим, что там. Да, ну выбираться я пока еще не придумал, как я буду. Я просто вниз копаю. Хочу посмотреть, что там. Что же внутри этой планеты? Пока что меня это все удивляет. Тут очень много всего классного. Это что такое? Хайвстоун какой-то. Жесть. Так, ну тут мы движемся медленнее, чем обычно. Когда уже я смогу? О, понеслась. Под себя копать это нехорошо. Ну да ладно, а можно. Слоник, отстань. Он не поместится, походу, вот эту дырочку, которую я прикопал. И чё? Где тут центр Земли-то? Ну, не Земли, этой планеты. Потому что она, возможно, не Земля называется, как-то по-другому. Руда. Я вижу здесь много руды. То есть, если мне нужна какая-то дешевая руда, то я могу сюда прийти и да подобывать ее. Тут ее просто полным-полно. Сори, но ты сам виноват, что прыгнул ко мне. Да уж.
Как отсюда выбраться теперь? Я прокопал вниз уже столько, что... Я даже не знаю, ребят. Возможно, я, скорее всего, умру, чтобы не выбираться отсюда так долго. Но чтобы умереть, нужно найти кого-то. Кто захочет нас убить? Это что? Воу! Воу! Вау! Вау-вау-вау! Тут, короче, мы нашли подземное, непонятно что, камеру себе заберем. Водички нельзя попить. Это не работает. Ничего здесь не работает. Еще одна камера. Давай сюда, падай. Жесть. И это мы нашли. Я даже не знаю, это дно планеты, не дно планеты. Непонятно, что это. И куда я сейчас попал? Мы еще ниже можем. Еще ниже. Не, мне просто интересно, что же там внизу. Она ж такая, блин, большая. И может там что-то быть просто какая-то фигня. Если это так, то это печально. Так, идем вниз, 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 вниз. Ой, я мог в воду лучше упасть. Так. Не надо наступать вот на это. Это что такое? Это легко копается, кстати. Ну, давайте вниз. Хотя тут можно идти дальше. И что тут у нас? О, сундук, ребят. Мы нашли сундук на дне. Вау. Пилот Джакет. Так, нас убивают. Убивают. Ничего не вижу. Фух. Чё, еще ниже прокопаем? Ну, блин, тут нету титаниума. Тут, походу, и не будет никакой-то дорогой руды. Тут просто самая обычная руда, да. Ее полно. Все, мы прокопали к ядру этой планеты. Тут есть эти штуковины, как они там называются, я не помню. Core Fragments, да? Но толку с них никакого нет. Да. Так, теперь надо как-то умереть. А то выбираться отсюда, это да. Это что-то невероятное. Это что, сундук? Упс. Честно, я даже не хотел умирать, я умер. Я думал, это сундук. Случайно умер. Итак, значит, сейчас мы можем скрафтить модуль манипулятор. Сколько я? Два скрафтил? Три скрафтил? Ну ладно. Что-то там да накрафтил. У нас еще три алмаза осталось. Вот в этой штуковине. Так, апгрейд. О, ликвидс, это походу то, что нам и надо. Теперь мы сможем добывать топливо. О, у нас есть два модуль манипулятора, но, к сожалению, больше у нас ничего нет. Cell материал какой-то, Touch Drive. У нас очень много всяких штуковин. Что за гном? What the fuck? Я хочу на это взглянуть. Это что-то невероятно странное. Так. Много-много-много всякой непонятной руды. Растений. Сундуков. Давайте сундуки сюда поскладываем. О, камера. Давайте камеры поставим себе. Так, что я не могу? А, я же ее взял, нет? Камера. Постойте, где она? Только что. А, вот она. Сюда она у нас не ставится.
Ага. О, супер. Все, так мы тут все смотрим. То есть я тут могу закрыться и видеть, что там. Ну, это мы будем себе так думать, что мы можем видеть. Ну что ж, сейчас, походу, все-таки я могу полететь на вот сюда, да, и добыть топливо. Давайте мы это попробуем сделать. И да, наверное, на этом будем завершать, так как я выполнил то, что я и хотел. О, тут функция Sky Update. Блин, прикольно. Программирование можно учить так. Закрываем дверь. Надо сложить все. У меня ж тут столько хлама. Это надо приготовить. Это сюда поставим. Пока надо просто о них не забывать. Это вообще не знаю, что такое. Кепка у нас есть, нам задание дали. О, Iron Ore. Ну ладно, его себе оставим. Так, спустимся и быстренько бежим к топливу. Наверное, сейчас я смогу его добыть. Вроде как, потому что там писало, что я могу. Так. Блин, а это каждый раз, когда я прилетаю, оно там восстанавливается, походу. Ух. Я думал, сейчас упаду, урон себе нанесу. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Тут можно мостик было бы сделать. А, можем перепрыгнуть, даже не надо никаких мостов строить. Так, и наше топливо. Да, ребят, мы можем добывать топливо. Ну что ж, спасибо, что смотрели. С вами был я, Пират. Если вы еще не вступили в команду, жмите на кнопочку подписаться. Всем спасибо за просмотр и пока.